Is it better to deal with this or take some time to reminisce? I'd rather hurt for a little while now than to carry the scars of a broken heart. I'm so sorry I can't be that fantasy girl. Снова всем привет! Я продолжаю серию своих записей об электронных сигаретах, а точнее в данном случае о жидкостях, которые туда добавляются. Как я говорил раньше, я предпочитаю компанию Debunk, которая имеет широкий ассортимент вкусовых добавок и отличается от других производителей качеством. В данном случае, например, я могу сравнить вот с качеством вот этого производителя. Вкус мне его очень не понравился. Он напоминает какой-то немытый табак, какой-то такой очень-очень сельский такой запах, если вы понимаете. Вкусы вообще очень тяжело описать, но мне он очень не понравился. Он такой больше как кофе. Знаете, когда-то в СССР делали такой кофе, напоминающий кофе, но изготавливался он отнюдь не от кофе. Поэтому я бы не рекомендовал вам вот этого производителя. Вкус его просто оставляет желать лучшего. Вернемся к нашим дебангом. Здесь вы видите три жидкости. Первая жидкость Blend Virgin, она наиболее подходит как к сигаретам, точнее к сигарам. Вкус примерно такой же, как у сигар. И их существует три разновидности: Virgin Blend, UK Tobacco и USA Tobacco. Все они примерно одинаковые, разве что Virgin Blend немножко более мягкий. Поэтому, если вы хотите такой жесткий табак, то вам скорее USA Tobacco или UK Tobacco. Кола. Кола, она, когда вы курите ее, вы даже ощущаете, как будто вот газ попадает вам в нос, когда вы пьете колу или другую газировку. И вот примерно вот такие вот ощущения. Ну, естественно, вкус колы. И малина. Малина. Она, ну, просто как вкусовая добавка. Я думаю, в принципе, как и все остальные, которые идут, это банан, там, клубника или еще какие-то другие, они все просто для такого вкуса. Поэтому, если вы будете делать микс 3:1, то вы получите вообще просто такую хорошую свою жидкость. То есть, если сделать 3 Virgin Blend и Raspberry, малину, то будет такое нечто хорошенькое, которое иногда приятно покурить. Но я отдаю предпочтение все-таки вкусу настоящих сигарет. Естественно, для того, чтобы сэкономить, нужно было искать какие-то варианты для того, чтобы... потому что каждая вот такая вот упаковочка стоит 3 фунта в Англии. Поэтому я нашел производителя, который может поставлять в таких вот баночках. Это тот же Debunk, просто в другой таре, посуде. Существует, вы можете покупать как в такой вот таре, вот она чуть побольше, вы можете сравнить. Я могу показать вам, что здесь, сколько здесь миллилитров, сколько миллилитров в этой таре. То есть, естественно, видите разницу. Ну и, соответственно, можете, если вам вообще мало, то вы можете экономить, покупать еще больше жидкости. Это табак с вкусом. Есть у меня еще такая же жидкость, только уже с ментолом. То есть, ну,
Что я вам могу сказать? Находить экономить, например, такая бутылочка стоит, по-моему, точно не скажу цену, но что-то около 10-11 долларов, что существенно удешевляет процесс курения. Отдельную передачу, отдельное видео, конечно, я сниму по поводу того, как экономить, например, не париться с закручиванием спирали на бумажку, вот, или же, например, как самому закрутить спиральку, ну вот, купив. То есть это скорее будет отдельное видео. Ну, что я могу сказать? Приятного вам курения, экономьте и получайте удовольствие. Long ago, don't cry about your own life.